Здравствуйте, меня зовут Пашка, Видик Федоров. Я сейчас нахожусь на шпиле Челябинск-Сити. Отсюда видно весь город, мать его. И мы прошли сюда вообще очень тяжело. Все это было, конечно. Сломали множество дверей, замков, подделали ключи. То есть планировали это месяц примерно. Как бы вот это было очень ответственной операцией такой. И вот сейчас, блядь, я стою. И как там еще где-то лезет снизу Никита. Вот он, видите его, лезет Никита. Вот, и сейчас мы прямо рубим, блядь, и дует ветер, и тут так страшно, и видно весь город, собственно. Как бы, ну, эмоции через край, все-таки самое крутое здание в нашем городе. Вот, и, ну, и, в общем, заебись. Вот, пацаны, вообще, ребята, как бы, да и вообще вы все молодцы. И вот Никитос лезет. Только сейчас, Никит, молчи, вот сейчас это тайны не выдавай. То есть мы планировали месяц эту операцию, как бы, ну, где-то месяц-полтора, то есть мы тут все это придумывали, как сюда залезть. И вот, Никита, как бы, собственно, скажите, что вы сейчас об этом думаете? Устал. Ну, вообще? Заебись. Так надо. Заебись. То есть вот наш главный челябинский руфер Никита, он вообще руфит все, и это главный чувак в нашем городе. Вот, собственно, сам главный руфер. Вот, сказал свое слово главный руфер Челябинска. Вот, можете посмотреть, не знаю, что у нас тут. Вот, вот, допустим, Куба, да, вот Куба можете посмотреть. Вообще, вот она прям, как бы, Куба моей мечты. И вот здесь, я не знаю, там Миас, да, то есть вот, как бы, здесь все вот под рукой, там горки вон на горизонте видно где-то там. Шатает, да, немного нас тут вообще, причем довольно сильно шатает, как бы, ебать. Аж страшно. Вот метрострой, как бы ствол, блядь, на который меня схавали и пиздили. То есть вот же оно все, вот оно, как бы рыба моей мечты под рукой. Вот там, не знаю, юргу, там лес. Здесь что у нас? Вот площадь революции, тут здесь у нас главный дом, ритм. Здесь все, вот. Драмтеатр, как бы, да, все под рукой. То есть вот. Ну, то есть вот он весь центр, как бы, и мы надо всем этим. Ну, сами понимаете, что, вот Кировка, да? Как бы вот. Как бы передаю привет там Хельсингу в Москву, да? Опять? Да, опять Хельсингу там. Раскалову, что заодно. Эксбиционист. Эксбиционист, да. Ну как бы вот. Мы сделали это, да? Ну да. Заебись. Пацаны вообще, ребята. В натуре четко. Классно. Ну, в общем, все, на этом как бы все, да? То есть, вот так заставим все это. До свидания.